много факторов, почему ты идешь сниматься на одну или другую картину. Есть, иногда есть режиссер, иногда есть вообще комплекс вещей. Есть то, пятое, десятое. И я даже не могу определить иногда, почему я... Есть, ну там, скажем, Никита Михалков. Всем понятно, почему ты идешь с ним сниматься. Здесь же, конечно, это был его первый фильм. Но у меня был решающий разговор по телефону. Я видела его в этой гостинице два раза перед этим. Он мне принес сценарий, а потом мы поговорили как-то так. И, честно, я его не очень запомнила. Если честно, я была занята. Но потом мы переговаривались по телефону. И такой последний разговор был. Он позвонил и говорит, я бы хотел, чтобы вы там сделали вот это, вот посмотрели на это. Не упал микрофон. Я говорю, я подумала об этом еще. Он говорит, это у меня стоит под пунктом номер 6. И я подумала, значит, он делает списки. И я тоже делаю списки. И если он делает списки, у него есть система. То есть он знает, куда он с этими списками идет. Это такая мелочь, но, как ни странно, это была последняя мелочь, которая меня, как бы так...